В мае жители Томской области смогут оформить новое пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Важным условием для получения выплаты является размер дохода семьи. Пособие будет назначаться семьям, чей средний душевой доход на человека не превышает прожиточного минимума. От дохода зависит и размер новой выплаты, который может составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. В Томской области базовый размер составит 50%, это 6735 рублей. Если с учетом этой выплаты достаток семьи все равно будет меньше прожиточного минимума на человека, пособие назначат в размере 75%. Если и в этом случае среднедушевые доходы семьи останутся ниже прожиточного минимума, пособие назначат в размере 100%. Это 13 470 рублей. Прием заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая. При этом назначать пособия будут сразу за 2 месяца, за апрель и май, при условии, что в апреле ребенку уже исполнилось 8 лет. Подать заявление можно будет через МФЦ и госуслуги в мае, тогда же форма заявления на эту выплату появится на портале.